Благослови, душе моя, Господа, благословен еси, Господи. Рече Господь своим ученикам, яко же молния исходит от востока и является до запад, так и будет пришествие Сына Человеческого. И где же бо аще будет труп, там и соберутся орли. А бе же по скорби дни тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спаднут с небесе, и силы небесные подвигнутся. И тогда явится знамение Сына Человеческого на небеси, и тогда восплачутся вся колено земная, и узрят Сына Человеческого, грядущий на облацах небесных силою и славою многою, и послет ангелы своя с трубным гласом велием, и соберут избранные его от четырех ветр, от конец небес до конец их. От смоковницы же научитесь о притче, игда уже вая ея будут млада, и листвие прозябнет, ведите, яко близ есть жатва. Так и вы, игда видите сия вся, ведите, яко близ есть в преддверьях. Бдите уба, яко не весте, в кий час Господь ваш приидет. Сие же ведите, яко аще бы ведал дому владыка, в кую стражу тать приидет, бдел уба бы, и не бы дал подкопать и храма своего. Сего ради и вы будете готови, яко вонь же час не мните Сын Человеческий приидет. Кто уба есть верный раб и мудрый, его же поставит Господин его над домом своим, еже даяти им пищу во время их. Блажен раб той, его же пришед Господин его обрящий так отворяще. Аминь глаголю вам, яко над всем имением своим поставит его. Аще ли же речет злый раб той в сердце своем, коснит Господин мой прийти, и начнет бить и клевреты своя, ясти же и пить с пьяницами. Придет Господин раба того в день, вонь же не чает, и в час вонь же невесть, и протешит его полма, и часть его с неверными положит, ту будет плач и скрежет зубом. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня пятница, 14 августа. В этот день церковь предлагает нашему вниманию евангельское чтение от Матфея, 24 глава, с 27 по 33 стих и со стиха 42 по стих 51. Давайте послушаем, как это Евангелие звучит на русском языке. «Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст свет своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великой. И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягкими, и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все это, знаете, что близко при дверях. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу во время? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, «Не скоро придет Господин мой», и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет Господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его,
и подвергнет его одной участи с лицемерами, там будет плач и скрежет зубов». Вот такое Евангелие, дорогие братья и сестры, в сегодняшний день слышим мы с вами. Завершение 24 главы Евангелия от Матфея, завершение тех слов, сказанных ученикам, народу, книжникам и фарисеям о времени, скажем так, и о тех событиях, связанных с пришествием, с его вторым пришествием Спасителя. Господь говорит о скорбных днях, которым должно случиться, и которые неминуемо придут на землю и придут в человеческий род. Господь говорит о том, что и показывает нам некие признаки второго пришествия. Здесь с 29 стиха по стих 32 рассказывается о самых необычных знамениях, которые каждый человек увидит на небе, связанных со звездами и светилами небесными, с неким знаменем, которое явится на небе, которое будет знаменем Сына Человеческого. Дальше Господь говорит о том, что от смоковницы возьмите подобие, то есть смотрите, как смоковница, на смоковнице появляются листья, и ветви ее становятся мягкими, так вы знаете, что скоро лето, да, и скоро будут плоды. Так и вы знаете, когда увидите, узнаете, услышите о всех признаках пришествия, о которых говорит Господь, что при дверях, что близко при дверях, говорит Господь. Ну вот посмотрите, казалось бы, с одной стороны, Господь указывает нам на некие признаки второго пришествия, по которым мы можем определить, близко ли при дверях, условно говоря, или нет. С другой стороны, дальше, в 42 стихе, Господь говорит о том, что не знаете, в который час Господь ваш придет. Ну вот давайте разберемся с этими признаками. Да, с одной стороны, вот опять же, те стихи, о которых мы с вами говорили, с 29 по фактически 32, таких знамений на небе мы не видим. Но мы видим другие признаки пришествия Христова, или которые, скажем так, должны указать нам на второе пришествие Христа. Войны, о том, что Евангелие проповедано во всем мире, о том, что появляются лжехристы, лжепророки, это мы видим в самых разных проявлениях и в самых разных человеческих личностях, которые свидетельствуют о себе. И об этом можно много говорить. Мы видим некие другие знамения и признаки, которые совершаются сейчас. Но мы должны понять, что они совершались и раньше. Да, и раньше были войны, болезни смертоносные. Также и раньше, до нас, Евангелие знал фактически весь мир и знает сейчас. Но вот эти признаки, они как бы остаются в этом мире всегда. То есть отсюда какой мы должны сделать вывод, что да, близко и при дверях пришествие Сына Божьего. Либо в конечном счете для нас открывается другая истина, а то, о которой говорит Господь, что не знаете, в который час Господь придет ваш. То есть всякие попытки вычислить как-то или определить о том, что пришел Христос и когда Он придет, вычислить какую-то дату или день, или определить конец мира, они оказываются бессмысленными и бесполезными. Это есть некая тайна Божия, эту тайну мы не можем вот так хитро узнать у Бога. Она для нас прикровенна и закрыта, и это делается, без сомнения, с очень важным смыслом. С другой стороны, поймем для себя то, что второе пришествие несет с собой важнейшую истину. И эта истина заключается в том, что в мир явится, ну, скажем так, универсальное и вечное Царство Божие. И мы-то в конечном счете, каждый христианин, он ожидает Царства Божие и ожидает второго пришествия. Мы исповедуем это и поем в символе веры всякий раз, чая воскресения мертвых и жизни будущего века. То есть мы чаем и ожидаем второго пришествия, поэтому нас, скажем так, это не должно нисколько страшить, мы не должны этого бояться. Отсюда, в этом отношении, мы должны осознавать некую ответственность своего поведения. И фактически для нас здесь определяется то, что мы всегда должны находиться
в неком состоянии бодрствования. Для христианина, повторимся, пришествие Христа, оно не вселяет страх и ужас, но эта бдительность является для нас ожиданием грядущей славы и грядущей радости. Господь приводит здесь вот эту короткую притчу, и эта притча, она, ну, открывает, опять же, вот, может быть, самые простые истины нашей жизни. Да? Это истина в том, что мы, не зная пришествия Господина, да, вот подобно этому рабу, должны быть благоразумными. Не жить так, что, ну, полагая на то, что у нас еще время достаточно много, как, может быть, рассуждают некоторые, или рассуждают даже в приложении, в практике своей христианской религиозной жизни, когда говорят, что, ну, вот у меня время, так сказать, нету никакого совершенно сейчас заниматься какими-то религиозными вещами, божественными, как называют, вещами, ну, я там стану пенсионером и буду на пенсии этим заниматься, или отложу свое крещение до другого момента, или отложу свое покаяние, исповедь, причастие, да все что угодно, какое-то движение навстречу Богу до определенного момента, тогда, когда он настанет. И вот это, наверное, самый хитрый обман дьявола, который может, и который вселил дьявол в человеческое сознание, о том, что у нас достаточно много времени. Господь говорит в Писании, помните о том, что дни лукавы суть. И думается, что на практике каждый из нас прекрасно это понимает, что кажется, что время еще много, а потом раз, и, так сказать, тот момент или тот час совершенно нежданно настает. И мы можем попросту быть к нему не готовы. И вот такой раб, как в этой притче, он будет очень сильно наказан за то, что он, ну, не использовал своего времени, за то, что он не был бдителен, за то, что он не был осмотрителен и не выполнил того, что сказал ему хозяин. С другой стороны, раб тот, который употребил свое время на благо и совершил и исполнил послушание, как говорится в Писании, будет поставлен еще над большим. То есть ему будет верена еще большая ответственность. Да, и здесь мы должны понять для себя, что если мы здесь на земле оказались людьми бесполезными, то мы оказывается, бесполезны и для Царства Небесного. И нас, в конечном счете, здесь, людей, живущих на земле, Бог будет судить, ну, скажем так, по двум категориям. Были ли мы полезны здесь, или мы оказались бесполезными, занимая любое положение, любую должность, или, может быть, совершенно не делая ничего в этом мире. Принесли мы какую-то пользу или нет? Вот так же и здесь. Этот человек, он отказался от того, чтобы совершить какую-то пользу. Он начал жить так, как ему угодно. И погибель для него оказалась неминуемой. Человек, который выполняет даже самый простой долг в день пришествия Христа, будет вознагражден. Вот об этом мы должны помнить и помнить о том, какой долг христианской жизни каждый из нас несет с вами. Вот такое Евангелие, дорогие братья и сестры, в сегодняшний день слышим мы с вами. Мы читали Евангелие от Матфея, 24 главу, с 27 по 33 стих и со стиха 42 по стих 51. Ну, а я с вами на этом сегодня прощаюсь. Всего вам доброго, до новых встреч и храни вас Господь.